мы давали концерт в Ингушетии. Это фантастическая история. Ко мне подходит человек и говорит: слушай, сфотографируйся, пожалуйста, с моей девушкой. Я говорю: да не вопрос, конечно. Он встал, значит, напротив. Я, естественно же, ее обнимаю. Вот так. И он так опускает фотографию. С красными глазами. Руку убрал. И финал, финал истории. Я убрал руку, мы сфотографировались. Он так подходит ко мне и так по щеке меня. Ты только не обижайся, ладно?